Так, 27 июля 2023 год. Хочу по свежим следам записать оказию, которая случилась. Знаешь, история такая. Я рассказ написал, очерк серьезно по этому поводу. Значит, есть у меня друг. Ну, дружим мы с семьями, да? В Харькове, у себя на Северной Салтовке. Подружились наши жены, потом подружились наши сыновья, потом пришлось подружиться нам. Причем, как я в рассказе написал, если бы вы знали, как Вася варит пиво, вы бы поняли, что не подружиться у меня шансов не было с ним. Ну, в общем, его мобилизовали в одну бригаду, меня в другую. Как бы последний раз, когда я с ним общался, он был еще на харьковском направлении, там я на запорожском здесь подъехала, да? То есть он был на харьковском направлении, он, по-моему, участвовал в освобождении Купянска, там, где был мой, в оккупации отец мой жил. А я все это время здесь, на родине батьки Махно был. Ну, не в том дело. Сейчас, вот неделю назад, это так, моя жена поехала на недельку в Германию, а там его жена уже больше года живет. Они встретились, там, фотографиями пофотографировали, прислали фотографию, как вырос мой сын, показали Васе, как вырос Васькин сын, прислали фотографию мне, и мы по этому поводу с Васей созваниваемся, разговариваем о том, о сём, о жизни ни о чем. Тут Вася говорит такой: ё-моё. Я говорю: что такое? Он говорит: та рванула рядом. Тут через секунду у меня рядом бабах. Думаю, надо же, как совпало. Проходит несколько секунд, там разговариваем еще мы чем-то о своем. Он опять: ё-моё. Я говорю: да что такое? Ну, даже не успел сказать, что такое рядом со мной. Только бах, ну, с тем же самым разрывом. Тот же самый период между разрывами. Я говорю: Вася, таких совпадений не бывает. Мы одно и то же слушаем. Мы где-то рядом друг с другом. Я начинаю считать, думаю, несколько секунд задержки. Это получается там... Я говорю, 333 метра в секунду примерно скорость звука там. Потом я начинаю пытаться считать, какой раз, смотря источник звука, где между нами или в стороне от нас. То есть, говорю, мы в любом случае, посчитал я очень точно, говорю, мы нифига себе как близко. В конечном итоге оказалось, что мы в пешей доступности друг от друга находимся. Вот 24 числа встретились здесь на пыльных дорогах Запорожской области. Он, оказывается, пятихатки освобождал. Но только не те пятихатки, которые наши, харьковские, а здесь, которые пятихатки Запорожской области, возле города. Вот это «Мир тесен» называется, а война сближает. Даже афоризм даже написал по этому поводу. «Мир тесен, война сближает». Третий раз я в армии мобилизованный, представляете? Я никогда не встречал знакомого. Думаю, да что ж такое, у меня тысячи уже, ну, то есть в жизни моей там десятки тысяч знакомых людей. Даже в армии у меня там тысячи знакомых военнослужащих. Я ни с кем не пересекался на этой войне. И вот я стенал по этому поводу своим сослуживцем. И вот это видно, мироздание пошло мне навстречу и подкинуло такой сюрприз. Прям реально с другом семьи встретиться.